Короче, катались по городу. Как-то вот так вот. Заговорились. Сказал семье, что приеду через 2 часа. 2 часа мы только выезжаем из этой дороги. Эта дорога. Когда эта дорога закончится? Ответьте мне. Слушай, ну хуже уже не будет. Я раньше тоже так думал, пока мы сюда не приехали. Слушай, ну я скажу так. Пока я головой, а крыша не ударился. Все еще. Решаю. Ой, твою мать. Полки срать боялся, блядь. А мы Лексус загнали. Вот это называется неправильное решение. Да, на видео тоже не очень. Ну, короче, придется поверить мне на слово. Здесь очень красиво. Ну, хоть что-то. С голоду не помрем. Дикие кони. Почему мы сделали этот вывод? Всадников мы здесь не наблюдаем.